Транспортную тему сегодня обсуждали и на заседании областного законодательного собрания. Депутаты приняли решение направить обращение к министру сельского хозяйства России. Дело в том, что правительством предоставляются субсидии организациям, которые участвуют в транспортировке сельскохозяйственной продукции. При поддержке губернатора Глеба Никитина депутаты надеются добиться включения в эту программу водного транспорта, речных и морских судов. У нас сегодня рекордный урожай зерна, и зерно сегодня доставляется, ну, как правило, автомобильным и железнодорожным транспортом. При этом Министерство сельского хозяйства предоставляет скидки на сумму перевозок. И мы бы хотели, чтобы такие же скидки были распространены и на водный транспорт, тем самым мы хотим как бы его задействовать. Здесь вопрос касается не только развития и дополнительного стимулирования для наших сельхозпроизводителей отправки зерна на экспорт, но и я считаю, и мы все считаем, что данный вид деятельности, данный вид субсидий будет способствовать развитию береговой инфраструктуры.